лавочками зелеными. Маленькая, такое плодовитое. А здесь смотрите, какие тут пальмы. Красивых декоративных пальм. Все, идемте дальше. Я иду в воде, иду в море. Я настолько люблю воду. Я всегда жду лета, чтобы плавать. Но этим летом я море не попала, попала в октябре, вот отпуск у меня небольшой. Поэтому я... Вода для меня всегда свежая в Хорватии. Но в октябре месяце она, кстати, не холоднее, чем в июне. В июле даже теплее. Поэтому я сейчас иду и буду плавать. Поэтому лучше с них не прыгать. 4 понтона. Обычно здесь сидят рыбаки. Мальчишки раздевались. А так кто в чем? Кто в футболке, кто в куртке. Это столько камней. Здесь тут надо еще уметь заходить. В Хорватии лучше брать каралки. Такие открытые, и можно сразу смывать морскую воду. И здесь площадки для спорта. Вечерняя прогулка, еще работают бары, есть еще открытые площадки, и можно спрятаться уже внутри, кому прохладно. Ну, странно, днем было очень прохладно, а сейчас ветер стих. Играет музыка. А здесь второй этаж. Да, да, да. А, это апартаменты и снизу бар, да? Прикольно. А, значит, люди живут в апартаментах там многие. Года назад вообще не было. Помнишь, это все мусор. А как называются апартаменты? Не знаю. Там непонятные, как бар называются. Припаркованы рыболовецкие лодки, машины, все вперемешку. Кричат коты. И здесь был сильный ветер, и вода поднималась. Хорваты уже все спят. Вот так, видите, паркуют машины. В узких улочках. Вот еще свет горит. Ну, вечер очень тихий, спокойный. Хорваты сидят местные. Ну все, мы будем уезжать. Он тоже тут разворачивается. Тут еще молодежь тоже гуляет с собаками перед сном. Все, тоже развернулись и дальше поехали. Посадка внутри.